Здравствуйте! Сегодня я для своих домочадцев приготовлю очень вкусный рулет к чаю. Для этого я взяла 3 яйца комнатной температуры, сахар 60 грамм, щепотка соли мне понадобится, можно 1/2 чайной ложки ванилина, но я возьму и добавлю в тесто несколько капель ароматизатора. Ирландский ликер. Вот. Воду 30 мл, растительное масло 30 мл и мука 60 грамм. Или это как 4 столовые ложки. Сейчас я яйца, сахар, щепотку лимона сброшу в одну миску, чтобы миксером взбить. Вот до такого белесого состояния взбиваем желток и белок яичный с сахаром. Сейчас мы сюда добавим воду, либо молоко, у кого есть молоко, и 60 грамм муки. И осторожно, на маленькой скорости миксера буду это все замешивать недолго. Вот я все ингредиенты вместе прокрутила на миксере на маленькой скорости. Сейчас я буду это все дело переливать в противень. Противень я беру небольшой. Можете чем-то застелить ее, можете смазать маслом противень и выливать это тесто. Я вот застелила вот такой вот пленочкой для выпекания. И сейчас сюда я вылью это тесто и поставлю в духовку. Предварительно я духовку поставила нагреваться на 200 градусов. То есть я сейчас поставлю противень с тестом уже в горячую духовку. Вот до такого цвета я выпекла корж из этого теста. Больше его запекать не стала, иначе потом просто-напросто я не сверну его в рулет. Все, я достаю из духовки противень. Вот я корж переложила на стол. Сейчас я его полью. У меня есть сироп. Сейчас я его полью сиропом, пропитаю сиропом, чтобы он был еще мягче. Сверху я немножечко листьев положу миндаля. Это личное дело, чем вы будете, какую начинку делать, что вы будете добавлять или не будете добавлять, или просто его намажете сгущенкой, или, может быть, вы сделаете какой-то крем. В общем, чем вы хотите рулет, тем вы и наполняете. Я вот сироп и смажу сверху конфитюром. И, соответственно, посыплю орешками, вот этими вот листиками миндаля. Вот я корж полила сиропом,
обмазала конфитюром. Вы можете тоже любым конфитюром или вареньем обмазывать. Сейчас посыплю орешки. Вот я посыпала орешком. И сейчас я осторожненько его закручу. Вот, аккуратненько, аккуратненько закручиваем наш готовый корж. В рулет делаем. Крутится он легко, потому что слой коржа тонкий, пропитался он сиропом, мягкий. Вот я свернула корж, и у меня получился рулет. Пока он у меня находится в бумаге.